Ты тоже это видишь? Да, я тоже это вижу. Привет, моя моль, с вами на связи Сан и Поль. Нас просто очень сильно бомбит с этой девки. Она сначала такая: «Ааа, Поль, я тебя люблю, лавки-лавки, чмоки-чмоки!» А потом такая: «Я ненавижу просто Поль, чтоб ты сдохла!» Поль, угомонись! Сама такая. Так вот, у меня... У нас к тебе есть вопрос. Тебя в детстве кто-то ронял? Или ты родилась, что ли, тупой? Ну как можно сначала меня любить, потом хейтить, потом просить прощения, а потом опять грубить? Оль, у нее просто слишком много обуви. Очень много. Ила... Делись обувью, сука! У Сани есть вопросы. Да подожди, я еще не закончила. Юва, честно скажи, что тебе надо? Как я буду с тобой мириться, если ты по пояс деревянная? Хватит меня уже хейтить за то, что я шиперю себя с Ливси. Хватит меня уже хейтить за то, что у меня ужасный голос, хотя это не так. И да, ты сначала на свой контент посмотри, а потом что-то обо мне говори. Пожалуйста, перестань лезть в наше ау. Юла, пожалуйста, повзрослей. Хватит Поль хейтить. Если так подумать, то ты и меня хейтить можешь, потому что, типа, тебе не нравятся, ну, во-первых, мои красные волосы. Во-вторых, Саня по канону русалка, да, за это тоже можешь хейтить. В-третьих, Саня жена Смолита, прикинь, у них даже ребенок есть. У меня тоже есть 100 причин, чтобы ты меня хейтила, но эти причины хотя бы адекватные. Нечем, твой контент. С этим я согласна. Спасибо за просмотр. Переходите в наш телеграм-канал, и там о Сане и Поле вы узнаете больше. А с вами были Поля и Саня. Прошу, не путайте нас парой. Хотя, можете путать, разрешаю. В общем, я хотела сказать, что обзывать и ненавидеть человека из-за его интересов — это глупо. У всех разная фантазия и разные интересы. Какой смысл вообще из-за какой-то вселенной, которая находится в голове другого человека, сразу начинать его хейтить за то, что не понравилась какая-то деталь? У всех разное мнение, но можно же как-то сдерживаться. А сейчас обращение к Юле, или как она подписана, Аделина. Зачем ты заглядываешь другим людям в рот? У тебя есть своя вселенная. Так в ней и развивайся, что ты к другим-то лезешь? Я и Сан сами разберемся со своей вселенной без тебя. Захотим — сделаем всех геями. Захотим — поменяем весь смысл происходящего в этом мультике. И если мы это сделаем, тебе что, от этого плохо будет? Своим любопытством и твоим поведением от тебя много кто откажется. Пожалуйста, услышь меня, пересмотри взгляд на свое поведение. Наоборот, тебе в пользу. Надеюсь, ты меня услышала. Кто не понял, Юла просто обнаглела и запрещает мне и Саньку развивать наше ау. Она против того, чтобы мы шиперили себя с канонными персонажами. Это наше дело. Знаешь что, моя дорогая? Пошла нахуй.